Буквально месяц назад саратовские активисты отправились в рейд по дорогам города, на которые жаловались жители. Состояние Трофимовского моста вызвало больше всего нареканий. Тогда заместитель председателя комитета дорожного хозяйства заявил, что в этом году планируется только ямочный ремонт объекта. По словам Сергея Кузнецова, по итогам проведенного обследования, дорожному покрытию здесь необходим капитальный ремонт. Как вы считаете, Трофимовскому мосту реконструкция нужна? Обязательно. А почему? А потому что вот мы сейчас ходим на работу, и здесь вот лужи постоянно, и идешь все обрызганные, особенно с детьми идут в садик, они вообще идут чуть не по обочине. Ну, то есть, а страшно ходить? Он же вибрирует периодически. Конечно, конечно, конечно. Нет, не надо. А почему? А чем глубже яма, тем лучше. Проходить легче пешеходам. Меньше козлов, которые на яму наезжают и водой обдают. Конечно, нужна. Если а почему? Если он аварийный, почему не должна быть? Ремонт должен производиться. Страшно вообще ходить по нему? Да нет, пока нет. Ходить-то нет. Ездить, может быть, и страшновато. А почему? Ну, дорогу. Ну, поменяли бы асфальт, может быть, было бы лучше. Здесь уже дыры на асфальте, в которые можно скоро ногой проводиться, наверное. В связи с работами на Трофимовском мосту ввели ограничение движения транспорта по крайним полосам. На основе полного анализа конструкции было рекомендовано ограничить нагрузку на опоры. Машинам весом более 20 тонн запрещено заезжать на путепровод. Также в этом году будет заказан проект полной реконструкции Трофимовского моста. А ремонтные работы планируется провести в следующем году. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов 24.